Доброго времени суток, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Снэп, Бенни и Дэдли. Мы продолжаем с вами играть в Гаррис Мод. Да, всем доброго времени суток, дорогие друзья. Всем да-да-да-да! Вот. Собственно, мы играем в игру под названием Мордор или просто убийца. Ну, как мне близко. Короче, ты... Кто-то из нас убийца. Вот у меня здесь дохера кое-что остается. Такие синие пиздюльки. И, короче... Один должен убить двоих. Да. Ну еще, тут по всей карте, то есть разгуливает убийца. И улики есть. Да, еще раскиданы улики. Ну а я думаю, ребята знают, что за игра Мордор, как ей пользоваться. Нам посоветовал подписчик. Я вообще-то это до этого планировал, ну ладно, пусть это будет посоветовал подписчик, ладно. Не знаю, меня подписчик посоветовал. А я планировал, все, ничего не знаю. Так. Я тоже ничего не знаю. И да. Я увидел, я, короче, это, пока бежал, я увидел спинку убийцы, и сейчас я убежал, и я... Красивый мальчик. Так, Экстерестинг. Я видел ваши следы. Кто-то себя спальнул. Да, кто-то себя спальнул, сейчас я узнаю, кто убийца. А мы и так знаем, кто убийца. Так, на картине мужик какой-то. Фух, еще чуть-чуть он бы меня заметил. Где-то здесь что ли? Ту напугал! Так, все, будь со мной. Мы должны найти убийцу. Да вот он! Подожди, что вы должны сделать? Должен нас убить. Должен маневрировать и нас убить. Да. Все, я что-то застыкал. Да, вообще. Ну, вообще, капец. Я вообще думаю, просто должен нас убить. Нет, должен как-то уворачиваться. Да. Опа. Блин, единственный страх... Блин, я в комнате появился. В какой комнате? Не знаю, в какой-то. Чуть FPS просело. Не знаю. Чего? Побежали отсюда. Что за фигня? Я буду от каждого держаться подальше. У меня ствола почему-то нет. Все, я спрятался. А ты, у тебя секретное оружие? Нет, у меня нет секретного оружия. Ну вот, так что у тебя нет ствола. У султана, значит, секретное оружие, а ты убийца. Нет, я не убийца. Не, вот у меня оружие, типа, как будто лом, что ли, но не появляется. Лом? Типа сосочек. Да что ж такое? Это типа руки. Руки. Блин, мне кажется, сейчас он меня найдет. Я, кстати, от всех буду держаться подальше. Да что ж у меня FPS просел, а? Не знаю, у меня вот нормально, у меня 30 FPS. У меня 16. Чего он тебя просил? А может, что-то там запущено? Да не знаю. Как у меня внезапно Explorer. Нифига, у Дэдли пинг как почти, как у Бенни. Да. Вообще, блин, 12. У него всегда пинг, как у... Уйди от меня, уйди от меня! Не уйду. Блин! Убил? Он меня убил. А у Снэпа секретное оружие? Нет, никакого секретного. У тебя оно есть. Где оно находится? Вот я уже не скажу сам еще. Май гад. Все, спрятался там, блин. Там, короче, есть одно место, где он спрятался вообще легко. В туалете, что ли? Там это место можно открыть. А. Он еще и базарит. Я тебе виноват, что ли? А зачем базаришь? Я не Но это не на втором этаже. Не на втором этаже? Вот тебе такая большая подсказка. Сколько мне сам? Кстати, Сань, чтобы пройти в секретную комнату, то есть не надо там уже подходить, то есть нажимать я, там сразу уже в уперку ходишь. Прям все лут, прям все посматривай. Прям все. Да. Как это сделал, я не успел выстрелить. Он увидел, как я ствол выпирал. Да? Блин, я бустандер. Бустендер. You are a bustander. Vicious secret weapon. У меня секретное оружие. Мудак, короче. Блин, я спалил себя. У тебя секретное оружие. О, теперь у меня 60 FPS. Я не знаю, почему ни с чем было связано это. Этому дому нужен герой. О! Стреляй! Я не успел! Этому дому нужен герой, который достоин города. Причем этот город, если поговорим про дом? О, я читер. Ох ты ж! Я читер. Ах ты ж, блин! Что он сделал? Он так ли включил? Ну-ка давай смотри. Жопа! Ладно, всё.
Так, я в поисках самого необычного вида. Снэпгеймуса ножникус. Это моё, это вообще-то моя работа. Давай. Я хочу. О, ты до сих пор не научился маневрировать. Как, я, не, да. Как не поднять? А. Правую кнопку мыши зажимаешь. Почему у меня написано Мелобобер до сих пор со Сирии? Снэпгейм Оскар. А, у меня написано, кто Мурдер. То есть? Сбоку, я же администратор. Блин, так нечестно. Я не обращал туда внимания, значит, я туда смотреть не буду. О. Чем-нибудь закрой. Дудудун. А, ты не убийца, ты не убийца. А, ты убийца! Я тебя убил? Да. А у меня было написано следующее. У меня было. А чё у меня? Еле! У меня вообще все пошли, у меня нормально 60 FPS. Ну чё, у тебя проседал FPS, сейчас у меня FPS проседает. Куда я знаю? Это связано. Так, короче, он у нас канализация. Нет, у меня не написано, кто Мурдер. Это просто мне написало, типа, кто был Мурдером. А я просто думал, что это сейчас Снэпгейм Мурдер. Когда свет, ну, это, по идее, сейчас должно его включить. Ну, что ты прячешься? Чё говоришь? Ты прячешься. Не боюсь. Выходи, выходи. Тебе надо собрать 5 улик. А, или, за, или у тебя есть пистолет 100%. Ну я понял, я вытянул бабу. Ствол возьми в руки. Первый улик есть. Ствол возьми в руки. У тебя пистолет, полистаем. Зачем мне лом? Ну а лом ты его не возьмешь. Это руки. Типа руки. Так. Ну я лом не могу. Это типа руки. Бег, маневрируй, прыгай. О боже! Да... О! Убил тебя. Это значит, это была сейчас долгая битва в одной комнате. О, я бустендер. Но у меня почему-то этот, что-то, ну, FPS проседал. Янки. Я Витя. Ты Витя? Я Витя. А, я застрял, у меня стул совершил покушение. Юниформа убийца! Беги ко мне вниз, беги ко мне вниз. Блин! Ты жопа! Черт! Промах. Зачем ты тут сидишь, Сань? Я Бэтмен. Бенни, давай убивай его! Убивай его, давай! А все, он туда сможет зайти только через один ход. Он вообще не там, где ты думаешь. Да? Я доверяю тебе, Дэдли. Ты будешь направлять меня, тепло, холодно. Ты... так, холодно. Тепло, 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 тепло. Проверяй это все. Так, холодно, 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 холодно. Тепло, горячо, вообще жара! Меня убили. И вообще, тут я его даже не увидел. Я знаю, тут еще самостоятельно можно рубильник включить, оказывается. Я свет просто отключил. Давайте сразу свет отключать, так же круто. А это я отключил свет. Нет, то есть его еще самостоятельно можно включить, то есть. Не там, не надо там ждать какое-то количество времени. Опять у меня FPS просил, да что ж вы будете делать? У меня больше ничего нету. Стой. Стой. У меня хард. Я не могу ничего больше взять, мне песта нет. Я знаю, потому что тут не все дается песта. Как? Я же выстрелил! Мою руку не трогай, а. Давай, твоя задача собрать 5 улик. Быстрее. Чем быстрее, тем лучше. Я первый уже собрал. Ну вот, давай. Все, он пошел тебя искать. Дын-дын-дын-дын-дын. Я... Блин, вы это, короче, знаете... По следам. Тан-тан-тан-тан-тан. Так. Живое существо пошло вниз. Живое существо. Мы идем, он маневрирует, поднимается. Он зашел в итоге, спустился вниз. Он пошел в пивную, он тут что-то побегал, потом пошел обратно. И следы обрываются. И куда он делся? Черт!
Я имею дело с Бэтменом. Черт. Теперь ты будешь вслепую. Так, это... Ну чё, теперь придётся тебе вслепую бегать. Так, опа, шаги. Блин, я не вижу. Включил ещё, блин, русские танцы. Почему мне пистолет не выдается? Ну это не всем дается. Магнум. Буду собирать улики. Да, и буду убивать всех. Я уже кого-то вижу. Я преследую. Чувака в голубом. Индия. Ай, да ты что? Ты да! Он пистолет взял. А, ты чё? Бустендер. Бустендер. Как можно человека назвать Индией? А? Как можно человека назвать Индия? Как же чувак? Меня зовут X-Ray. А меня зовут Оскар. Оскар. Я девушка. Эй, подходи, покупай арбузи. Кто ко мне подойдет, того убью. У меня есть лопата. Ну иди нафиг, у меня есть лопата. Это, как я понял, это Снэп тупит, бегает за мной. Да, это было понятно, потому что если бы я встретил Дэдли, бы меня убил в первые же секунды. Так. Ну, Дэдлик, чего ты не от него прячешься? Выходи на верный бой. Ты баран! Из-за тебя! Убери его! Бля, идиот, застрял, блин! Да Саня! Знаешь, это будет твой щит. Когда он к тебе подбежит, я сделаю так, чтобы он тебя ударить не мог. Нет, он меня все равно убьет. Ну-ка, прыгни, прыгни в это, как его. Не надо! Не, выпрыгни отсюда. Не надо! Не, просто прыгни, ты зависнешь в воздухе, наверное. Опа! Опа! Русский танец! Красава, блин, прыгай, прыгай, как? прыгай! Иди ты в жопу! Бенни! Знаете, чем? Мне кажется, что следующим убийца это Бенни. Нет. Точно? Точно. Точно? Точно. Мне что-то не верится. Черт. Если правда, улики. Кто это? В Ника. Одном и том же месте остаются. А! Вот он! А! Он со стволом. Убийца со стволом, это что-то новое. Взяли меня, убили! А? Это был Дэдли! Он Дэдли был? Ну конечно! А я тебя убил, да? Да! Я за жопу тебя схватил. Да, все понятно. Опять бустендер. You are bustender and win the secret weapon. У меня есть секрет вепон. Секрет вепон? Я секрет личность. Я вижу себя в отражении головы. Я секретное оружие. Мое произведение? Как вам мое произведение? Никак. Ты чё по мне стреляешь? А, ты со мной? Сзади подошел какой-то там. Вот мы и встретились. Блин, я обкатил. Я обколол. А чё мы все зелёные были? Я украду твое тело. Черт. Ай, блин! Здесь находится убийца, не дайте ему вас убить. Му-ха-ха. Так, я Зулу. Нихрена. О! Ребята, я слышу, что здесь находится убийца. Я знаю, поэтому это ты. Эй, я стрельнул! Взяли, убили, да. Я сам себя спалил. О, взял, убил Снэпа. Тут теперь ты меня взял, спалил, блин, спасибо большое. Так, ну а я вот спрятался. Ты... У меня есть ботинки. Ну ты что там делай? У меня есть ботинки, ничего не знаю. А. Вот ты что-то взял. Зулу. Это у нас Бенни. Ну что, не выходи! Он там. У
Бенни, как это, блин, читер. Я читер. Давай, слышь, читер, тебе вообще надо меня убить. У меня нет оружия. У меня есть, единственное, что у меня есть, это ботинок. Ну, ботинка. Откуда ты ботинки сделал? Тут валяются ботинки. Так, будем идти по следу. А вот и ты! Я черный. Черный. О! И секрет вейпан. У меня no secret weapon. Сэй, посмотри, сколько записано. Всё! Я догадался, кто убийца. Кто? 20 минут. Это Snap Game! Еее, это он убийца, потому что у меня есть ствол. А! Давайте вниз, идем. Я спасу вас. Он меня убил. О, нет! Иди за мной. Как мне эти звуки бить? Опять у меня секрет вэпон. У меня секрет вэпон. У меня тоже секрет вэпон. О, ну что, у двоих секрет вэпон? Ладно. Да ладно. Я появился в шкафу! Нормально. Секрет вэпон. Блин, почему у меня лоу? Да, секрет вэпон! Да, это секрет вэпон. Секрет вэпон. Ну что, давайте вот еще последний раз сыграем. Не, давайте, давайте вот сейчас последний будет. Да, вот это вот последний будет. Это будет самый читерский, это будет самый читерский раз. You are a bootstander! You are a bootstander! Встречайте, you are a bootstander! Почему я? Какого хера появился в шкафу? Ты мордер? Эй, иди за мной. Эй, парень, хочешь выжить? Иди за мной. Черт, нам... Достал! Я хотел тебе прикол показать! Я еще так умер! Ладно, как будто я ныряю между собой. А как ты убил меня, читер? Какой читер? Я подбежал к тебе! Давайте еще последний раз! Я хочу кое... Всё, в двух метрах от меня был! Я хочу замутить читерство! У меня пинг 47! А у меня пинг... А у меня пинг 5! 47! Я 47! Так. А теперь 48! Теперь ты больше не... Я хочу сделать читерство! Отойди! Я читерство хочу. Где от меня хочу сделать читерство? А, кто-то в шкафу. Да достали, дайте. Дайте мне сделать читерство. Ладно. Монбеды. Secret weapon. Где находится эта комната, где еще в окно вид? Окно вид? Да. Я как раз тут и появился. Жопа, я эту комнату постоянно ищу. Я открыл дверь. Где эта дверь? Вот. А, вот она. Ну куда я зайду? А, заходи. Читер. Кто еще читер? Не, карта прикольная. Как ты туда зашел? Читер. Через ног не читер. Знаешь такое? Типа, кто из нас мурдер? Я. Не, ну да получается. Да блин, зафига ты весь свет там выключил. Ты наоборот преимущество для убийцы сделал. Я этот как его. Я призрак. Читер невидимый! Я невидимый призрак. Нет, я видимый. Не, я читер. Не, реально хары использовать ноклик. Да я просто, это последний раз можно было почитерить. Ну чё, все, можешь заканчивать? Да. Ладно, ребят, если вам понравилось это видео. Что? Я хочу просто сказать, если вам понравилось это видео. Если вам понравилось, оставьте комментарии, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, где будут ссылки в описании. Спасибо за просмотр. Всем удачи и хорошего настроения. Всем пока. А также ты сможешь увидеть различные анимации и интересные летсплей по Гаррис моду. И подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. И поставь лайк под видео, я буду очень этому рад. А так, удачи и береги себя.